Начну с того, что значит женщина на войне. Так случилось, что мы как раз то поколение, которое родилось не в войну, но как бы там в 50-е годы, когда все это было очень свежо и в нашем обществе, и у наших родителей, и у наших бабушек и дедушек. В моей семье, войну прошли и отец, и дедушки, а моя тетя, сестра старшая мамина, она была просто зенитчицей, поэтому как бы в моей семье это исповедовалось как время действительно таких настоящих испытаний. Особенно больших потерь не было, то есть как бы почти все, кто воевал, остались живы, так вот повезло семье, но тем не менее... И вот этот порыв, который ощущали наши родители и вообще то поколение, безусловно, он жил и в нас. То есть вот это вот слово «победа», оно до сих пор по сей день вызывает слезы и вызывает особенное какое-то чувство, когда, как ни странно, вот, наверное, в тот момент женщины и мужчины на войне не разделялись, потому что был единый порыв людей. Безусловно, наверное, женщинам было сложнее, потому что какие-то особенности, какие-то моменты женской жизни требуют, конечно, не таких условий. Но ведь туда шли не потому, что посылали, да, шли по зову сердца, по... Вот как бы моя Рита там в фильме, она пошла, потому что она хотела отомстить, она хотела вложить в эту борьбу, в эту победу как бы свои силы. Да. То есть делали все сознательно. И, наверное, женщины появляются на войне так же, как и мужчины, сознательно. И даже более сознательно. Потому что если мужчин могли призвать в армию и в частности, воевать, да, то женщин, не военнообязанных, а думаю, что их было не так уж и много военнообязанных, не призывали. Они сами предлагали свои услуги, шли и летчицами, и зенитчицами, и медсестрами, и врачами, и так далее. То, что это противоестественно, чтобы женщина воевала, безусловно, противоестественно. Не к этому она призвана. И, наверное, именно поэтому Ростоцкий хотел... в фильме «Азори здесь стихии» вот, через этих девчонок показать всю противоестественность, все то, что не должно случаться в нашей жизни. Что женщины призваны быть матерями, рожать детей, стремиться к каким-то своим мечтам мирным, да, что-то созидать на земле, ни в коем случае не участвовать и не заниматься разрушением, и не участвовать в этом. Но если говорить о, скажем, об этой войне, как мы ее понимаем, ну, во всяком случае, мое поколение ее понимает, может быть, более младшее по-другому, то вот у меня был однажды случай в Латинской Америке, это была Коста-Рика, страна такая, и я там была со своими двумя фильмами «Азори здесь стихии» и «Белый бим, черное ухо». И вот по этим фильмам были пресс-конференции, но в частности почему-то разговор, безусловно, пошел по зорям, а публика собралась совсем не наша советско-российская, так сказать, Советского Союза, которая это все правильно так понимала, как я это понимала, да, и так переживала. А собралась огромная аудитория, там было очень много прессы, очень много корреспондентов, и дипломатов, и студентов. И вот... Я помню, как один американский корреспондент, достаточно молодой, задал мне вопрос, почему мы так убеждены, что именно Советский Союз победил в этой войне. И привел массу всяких аргументов, понятных, наверное, ему и понятных тому континенту, что Америка, как бы вот Америка главный победитель в Великой Отечественной войне. И вот откуда взялось у меня силы, я говорила, наверное, минут 30, не останавливаясь, говорила с таким жаром, как будто за мной стоял весь народ. Вот, да? То есть я как бы смогла убедить эту аудиторию, которая потом аплодировала, и потом как бы ко мне подошел этот корреспондент, в том, что... что мы были в самых тяжелых условиях, потому что это на нашем континенте шла война, что на нас наступал враг, что до этого он под себя подмял очень много стран.
И да, помощь в этой войне необходима была, и открытие второго фронта, и прочее, и участие Америки в этом. Но, тем не менее, это была наша победа на нашей земле. И с нашей земли мы выдворили и сделали все возможное, чтобы догнать их обратно к себе домой, да, и показать, что мы победители. Но что самое интересное, что я говорила как бы за молодое поколение, действительно, которое молодым совсем участвовало в этой войне. И вот когда мы у Станислава Щеростоцкого спрашивали, ну хорошо, ну ведь вот война была страшная, вот война была такая, а мы в «Зорях» играли как бы второй эшелон, то есть то, что далеко от фронта. Это не линия фронта, это не передовая. И как бы нам все казалось, что там так страшно, что там должна быть одна вот, я не знаю, грязь, месиво, кровь, сплошные страдания, боль и так далее. Так вот он как участник войны, причем участник не просто, он остался калекой после войны, он потерял ногу, и его спасла женщина-медсестра, он говорил, что это неправда, что она была страшная, но они были молоды и все равно жили. И несмотря ни на что, и на потери, на ранения, на боль и на горе вокруг, они все равно влюблялись. Они все равно смеялись, они все равно разыгрывали друг друга, они шутили, они дарили подарки, какие могли, они дарили цветы девушкам, вот, они целовались, и в этом было все равно вот, вот это вот желание жить такой полной, настоящей жизнью на грани момента, когда человек, ну, как бы вот на исповеди, да, он должен ответить несознательно, ответить, на что он способен, что он может, способен ли он противостоять злу. И вот, наверное, это здорово, только очень не хочется, чтобы наш народ объединялся только тогда, когда плохо. Вот это есть, к сожалению, вот когда плохо, как-то все, да, стараются друг другу помочь и объединиться. Когда хорошо, все, каждый сам по себе. Так вот, это было испытание народа, действительно, по-настоящему. Народа многонационального, огромного, потому что тогда мы не были разделены на страны и границы. И воевали-то все за одну землю, за одну, там, за одну маму, да. Каждый за свое детство или за своего там уже существующего ребенка. Но и каждый шел друг за друга. Мне бы просто очень хотелось, чтобы в нашем народе, опять же, в том многонациональном народе, который сейчас разделен, может быть, границами, и все равно истоки есть умение вместе жить. Вот все-таки, чтобы мы помнили именно об этом, что нас соединяет гораздо больше, чем успело разъединить за это десятилетие. Дело в том, что, ну, правда, «Зори» – это такая визитная карточка, и я, в принципе, очень рада, что картина живет, и нас помнят, и узнают до сих пор, да. Да нет, там масса было смешных случаев, потому что, опять же, мы были поставлены как дети, ну, сколько мне, было 19 лет, когда я начала сниматься. Поставлены как дети, вот, в общем, в условия, ну, хотя бы приближенные к тем, в которых должны были жить наши девчонки. И, конечно, мы были не готовы. Ну, были смешные моменты, когда, я помню, Андрей Мартынов, наш старшина Васьков, в общем-то, в жизни 25-летний молодой артист, который никогда, ну, в армии он служил, но никогда в жизни там не знал, что такое деревенская жизнь, что такое крестьянство, это сугубо городской человек. И вот ему, я помню, что ему нужно было бросать гранаты, ну, в общем, это как бы такое, это достаточно мужское дело, это нужно уметь. И Андрюшка так смешно это делал, что Ростоцкий на него, значит, да, и вот накричал там, что надо учиться, надо там, это, ты русский воин, ты как это, ты ведешь себя как кисейная барышня, давай. Я помню, мы просыпаемся рано утром, а вставали мы очень рано, значит, и бежали умываться на озера. Ну, у нас как бы такая была общежитие, казарма, где вот мы жили, мы там жили и в гостинице, но туда мы возвращались только в выходные дни.
И вот мы бежали на эти озера умываться где-то в районе 6:30-7. И вдруг мы посмотрим, где-то далеко на озере лодка, и кто-то там чего-то такое кидает. Оказывается, Андрюш всю ночь, 4 часа сна, которые у нас были между съемками, он забрал ребят и нашего майора Зайцева, они набрали каких-то камней в лодку, и вот он всю ночь учился кидать эти камни. Это было ужасно смешно, когда это видишь, когда парень, у которого уже просто чуть не до слез вот его учат эту гранату кидать. Оказывается, это все не так просто, так же, как вот оружие это чистить, как портянки заправлять. Ну, бывали такие случаи, что, я не знаю, вот меня, например, забыли в лесу. Потому что мы так уставали дико, что когда выдавалось минута хоть чуть-чуть поспать, естественно, быстренько куда-нибудь там или в автобус, все. А тут было чудное такое летнее карельское утро, и я на шинельку в кусточке куда-то там забежала, а утром снимали в одном месте, потом должны были уехать на обед и переехать на другую точку. И вот я просыпаюсь в платочке, в шинельке, винтовочка рядом, значит, естественно, в форме, просыпаюсь и иду вроде там, где съемочная группа должна быть. Тишина в лесу такая. Ни одного человека. Я обошла все, что могла вот в округе, где они как бы могли находиться. От дороги далеко. Ну, так, в общем, я поняла, что меня забыли. Но по юношескому максимализму пережить такое было очень тяжело. То есть я так рыдала. Я рыдала взахлеб, шла по дороге, значит, нашла дорогу, пошла, поняла, куда в Петрозаводск идти. И шла вот с винтовкой с этой на плече. Вообще это зрелище само по себе, да? В мирное время шлепает девица в этих сапогах, в шинели с винтовкой на плече, значит, с пилоткой в руках, потому что на мне был платочек, там клещи, поэтому мы там закутывались, пока вот не снимались, закутывались. И иду, значит, слезы вот так просто на дорогу капают. Я думаю, как же так вот живого человека, вот когда я там типа нужна, вот это кино, когда я нужна в кадре, меня... За мной ходят, там за мной все носят, приносят, спрашивают. А когда я в кадре не нужна, значит, меня можно в диком лесу, в этой тайге, или как она там, не тайга, тундре, и этой карельских лесах взять и забыть, и даже не поинтересоваться, когда все садились в автобус, где я вообще, жива ли я, не съела ли меня там какой-нибудь медведь или волк, или еще кто-то, не утонула ли я в болоте. Вот я иду, плачу, думаю, нет. Кино – это кошмар. Я была права, я сейчас дойду до Петрозаводска, зайду в гостиницу, значит, возьму деньги, куплю билет и уеду в Москву, и больше сюда не вернусь. И вдруг, значит, за мной гудок такой, я вижу, на Волге едет наш директор, едет Ростоцкий, Андрюша Мартынов, и вот они, значит, стекла открыли, и все мне, а я иду и плачу, и не разговариваю с ними, уж я не помню, сколько я там прошла, в общем, в конечном итоге они просто уже меня там силой затащили, вот, втолкнули в машину, я еще долго с ними не разговаривала, но как бы извинились все, а больше никого не забывали. Это было так. Но было много таких моментов, как, таких смешных и горьких, и что-то получалось, что-то не получалось, потому что самое, наверное, грустное для меня было вот тогда понять, что съемочная группа, если вот она настоящая, да вот ну, такая, где хорошо тебе, да, где настоящая съемочная группа, где все настоящие, что ты попадаешь в такую семью, и с этой семьей страдаешь, радуешься, живешь, пьешь, ешь, гуляешь, не спишь, песни поешь. А потом это раз, эта семья рассыпается еще какое-то время, какие-то отголоски. Вот самое трагическое потом для меня было вот это расставание с ну, как бы вот тем миром, в котором я прожила вот эти полтора года, поскольку это была моя первая картина и первая такая семья. И надо сказать, что больше, вот, кроме как у Станиславовича Ростоцкого, я таких групп не видела. То есть были хорошие группы, очень хорошие, но такие, где любили каждого человека, вне зависимости, что он делал. То есть, что он делал в группе? Был ли это водитель, был ли это, там, я не знаю, повар, был ли это просто, там, я не знаю, случайный администратор, который первый раз попал в кино. Это все были одинаковые. То есть, вот когда работа была, да, понятно, актеры,
там. А когда мы жили уже жизнью в съемочной группе, все были семьей, все любили друг друга. И вот это потрясение, когда это все распалось и рассыпалось, для меня было самым-самым больным, вот очень тяжелым, правда. Потом я уже как закалилась и стала более суровой, что ли. Ну, я о нем могу рассказывать очень много, наверное, как и каждый из нас, и как каждый актер, который... И вообще, как каждый человек, который с ним встречался, потому что его очень любили. И в основном его съемочная группа сохранялась вот с первого фильма его «Земля и люди», который он снимал. Ну, там, по всяким случайностям, либо человек болел, либо там умирал, менялся кто-то. Но в основном вот съемочная группа у него как получилось, вот первая, да, то он сохранял своих... И даже люди ждали его, когда он там долго не запускался, отработают где-то, но ждут, пока Ростоцкий начнет что-то новое. Он умел создавать эту семью. А для актеров, если честно сказать, я... Может быть, еще один-два раза в жизни встречала такого по-настоящему режиссера, который умел работать с актерами, потому что он каждому находил свой подход. У него не было такой школы, вот как бы, да, что вот так я работаю с актерами, вот так вот я такой я от них хочу, вот сейчас я такое от них получу, тут я накричу, тут я покажу, как это делать. Этого не было. У него, ну, вот со мной он умел так разговаривать, что он из меня вытаскивал то, что я сама в себе никогда, может быть, не ожидала. С Андрюшей он по-другому совершенно работал. С Олей Остроумовой по-другому. Но Олю он знал, он ее уже снимал в фильме «Доживем до понедельника», поэтому у него другой был контакт. То есть это был удивительный актер. Это, наверное, и видно в картинах, потому что у него все актеры... Вот, и дело было в Пенькове, где вдруг Вячеслав Васильевич Тихонов появляется, да, совсем неожиданным, казалось бы, такой герой, такой супергерой, красавец, и появляется совершенно неожиданно вот этим сельским парнем. Да даже его замечательная, выдающаяся актриса-супруга Нина Евгеньевна Меньшикова, которая до этого тоже очень много снималась в кино, появилась вообще в совершенно неожиданной роли в «Доживем до понедельника», вот в роли этой учительницы заучей школы, никто от нее такого не ожидал. То есть вот он умел найти даже в маленькой эпизодической роли в актере то, чего он видел. Он видел. Может быть, даже мы не понимали, чего он видел. И с ним было и трудно, и легко, потому что он был требовательным человеком. То есть он видел, что в тебе, например, пустота. Да? И я вот помню, у меня была сцена, я о ней часто рассказываю, но она такая для меня как бы такой большой-большой урок. У меня есть такая сцена в «Зорях», где я с Лизой Бричкиной разговариваю на берегу озера. Она мне рассказывает всю свою жизнь, как будто ее обидели там девчонки. И говорит, что... Вот, типа, я ждала счастья, а вот не дождалась. Вот война началась, там вот этот человек, которого она полюбила, как ей казалось, да, уехал, потом война началась, и вот она сейчас, как бы, а мама вот мне говорила, там, ты верь, Лиза, обязательно верь. Счастье ведь оно рядом ходит, может, придет оно к тебе завтра. И Рита должна повторить ее слова, но что я могла к тому времени повторить, что я могла пропустить через себя? Ну, собственно говоря, почти ничего, ну, какие-то были переживания. Ну, как в 19 лет, какие они переживания, да, для нас трагические, вот по сути совсем не трагические. В общем, короче говоря, вот на этой сцене, вот на этой фразе мы сняли там несколько дублей. Казалось бы, ничего такого особенного. Но не было той наполненности. Я поняла просто по Ростоцкому, что я ее не сыграла. И это была такая для меня трагедия. Я, в общем, и в очередной раз бросала свою профессию, понимая, что если я это не сыграла, значит, я ничего не могу сыграть. Значит, у меня вот нет этого дара наполнить себя чем-то. И я помню, что я тоже всю ночь не спала, там я ушла в лес, я где-то бродила, я призывала к себе все, что можно было призвать, потом где-то там придремнула, и уже на съемку надо вставать. И вот надо сказать, что Ростоцкий не стал снимать эту сцену на следующий день. И не стал меня трогать после сцены. Вот он на меня просто посмотрел, я все поняла, что плохо.
есть не сделала я этого, да? А потом я уже сама это нажила. Наверное, если бы я была не, ну, совсем бездарным человеком, наверное, этого бы не случилось. Но, значит, он в меня верил. Верил, что я смогу это нажить. И уже через там сколько-то дней мы вернулись к этой сцене. И она как-то сразу вот легла, пошла. И он ни разу мне не сказал о том, что вот видишь ты разницу, да? Все хорошо снято, спасибо. Как будто не было того дня. А я его пережила в течение там скольких-то дней. Как, ну, то есть я, наверное, все, что не дожила до сих пор, вот за эти дни пережила. И, потому что я понимала, что если я еще раз, мне еще раз позволят это сделать, да, и я не смогу, вот тогда уже точно можно наставить на себе крест. То есть это была драма настоящая, там, не знаю, шекспировская и так далее. То есть вот он умел так. Он умел, что со мной можно так, с другим, наверное, можно было по-другому. Со мной, наверное, по-другому нельзя было, потому что он меня мог испугать или там, я не знаю, закрепостить наоборот. Вот. А он мне дал такую полную свободу. Вот как выживешь, да, вот выплывешь, вот страдай, выплывешь, я тебе ничего не скажу, а ты страдай. Вот. Он был по-настоящему актерским режиссером. С ним было просто удовольствие работать.